Ну, губа. В конце у нас там один сурф сменился на фонарик. Весь кровавый. Двойтик. Я тем временем продолжаю выполнять архивы. У нас там 100 тысяч очков крови надо, поэтому вместо заразительного ужаса я взял барбекю. Ну, разве это не бред? Почему полет у нас открылся? Какие ускорения мы получили? Окей. Максимальное везение, никакого скилла. Кто бы сомневался. Я не догоню ее, да, на этом круге? Надо бросать это дело. Но тебя я закемплю за туннель в любом случае, ты у меня уже не уйдешь. Я очень не люблю игроков, которые выигрывают на везении. Презираю их абсолютно всегда. Если ты ебаная, я не могу поделить. А, вот она. Киваем. Предупреждение, что она будет закемплена за туннелем. Ненавижу игроков, которым везет. А чё, фонарьмен не будет спасать? Какая досадно. Он побежал в эту сторону, да. Стараемся не забакаться. Ну, в принципе, в прошлый раз такое должно было и свинка произойти. Ну, вопрос, почему не произошло. Ну да ладно. Так, сейчас сразу обходим. Паники прыгнула. Сейчас посмотрим, хватит ли этого спринт буста. Конечно, хватит. Потому что бездарь. Ну тогда чел, ты точно в минус уйдешь. Хотя, если я сейчас по пути найду какой-нибудь почти заведенный ген, то, конечно, я ее брошу. Вот это полная хуйня. Окей. Не, все, это действительно объект одержимости. Вернее, объект изучите, я бы сказал. Потому что, блять, настолько, что бездарю везло, давно у меня такого не было. Надо бы тебя проучить. Еще у тебя осколочек, верно? Ты же у нас топ-мансер. Пиздец. Да-да-да, конечно. За ней сразу прям. Сейчас будет все доски продавать в панике. Точно. Самое глупое решение против Буба, ну да ладно. Куда теперь побежишь осколком? А, никуда, ты сдохла. Поздравляю. А, там уже подняли. Автобус обузный? Нет. А, да. Ну, как всегда. Это же я играю. Да, это жестко. Так, у нас снова битая одержимость, верно? Я его не слышу.
Давай сюда, мансирок хуев, блять. Так, они раздельно там чинятся. Мисс Принт не поможет в случае чего. Отлично. На крюк. Ага, вторая уже там побежала. Окей. Отлично. Так. Ну а чё, давай, мансирок. А, ты тоже всё. Понимаю. Я-то думал, у него осколок. Подожди, а чё, у него глаз был или чё? Или он вообще не был объектом одержимости? Я с этим перком, а то не путаюсь немного. Ну ладно. Интересно, у Бубы так спид спадает? Так, ну 100 тысяч я вряд ли поднял. Это точно. Придется как минимум еще одну игру сыграть, если не больше. 54. Да. Чел был типа без перков, но это неправда. А что-то видел только один фонарь у Блайта. Оказывается, было два. Один осколок. Осколок был, по-моему, у Фенка, она и промахнулась, походу. Бывает.